Ну что, друзья, вишенка на торте, настало время рассмотреть эффективное построение структуры. Это последнее занятие в разделе 2, в разделе о бизнесе, занятие номер 2.7. То есть мы здесь будем говорить об эффективном построении. Это самое эффективное построение структуры именно в Атоме, не только по нашему мнению, но также и по мнению Imperial Master Идо Гу, чек номер один компании, человек, который подтверждает свой ранг Imperial Master чаще, чем все остальные, зарабатывает больше всех денег, и Imperial Master номер 5 и 6, это его родственники, что тоже говорит о многом. Идо Гу пришел в компанию далеко не первый, он пришел гораздо позже, чем остальные люди, но стал Imperial Master, обогнав многих людей. Именно он стал первым человеком, кто предложил строить структуру именно следующим образом. Есть несколько стратегий построения структуры в бинаре, и именно эта стратегия максимально эффективна для Atomi. Она очень проста в своей теории, но немножко может быть сложна в понимании, в особенности в тех или иных частных случаях. И бывают кое-какие исключения из правил, но, как правило, с ними встречаетесь на более высоких рангах. До достижения ранга бриллиантового мастера, скорее всего, исключений здесь не будет. Стратегия подразумевает следующее. То, что у вас две ветки, левая и правая ветка. Вот ваша левая ветка, вот ваша правая ветка. И всех ваших партнеров нужно регистрировать, балансируя левую и правую ветку, следующим образом. Под последнего партнера в левой или правой ветке в его левую ветку. Последнему партнеру в левую ветку, слева или справа, вы регистрируете партнеров. Таким образом, у вас получается то, что строятся две такие колбаски, два таких паровозика до самого конца. Все ваши партнеры таким образом связаны друг с другом. Все ваши партнеры в левой ветке связаны друг с другом, в правой ветке связаны друг с другом. Почему это построение максимально эффективное? Потому что, во-первых, каждой новой регистрации вы помогаете всем своим предыдущим партнерам. Вот посмотрите, слева у вас есть партнеры 1, 2, 3. Четвертого партнера вы регистрируете, вы помогаете тем самым партнерам 1, 2 и 3. Таким образом, партнеры видят то, что вы работаете и ставите им людей. Представьте, насколько классно, если вы находитесь в структуре и видите, как у вас появляются люди, которых вам ставит спонсор. Примерно то же самое будут испытывать ваши партнеры, когда они будут видеть регистрацию от вас. Помимо этого, если вы находитесь в структуре, которая придерживается этой стратегии построения, во-первых, выполняется требование. Первое. Соблюдается эффективное построение структуры. Второе. Вы находитесь в меньшей ветке. Вы для вашего спонсора меньшая ветка. Ваш спонсор заинтересован в том, чтобы в вашу ветку ставить людей. Ну и, соответственно, третье требование – активный спонсор. Ваш спонсор работает, он активный, преследует эту стратегию построения, вы в его меньшей ветке, от него к вам могут также прилетать люди. Вот пятый человек прилетел к вам от вашего спонсора. Таким образом, бизнес может быть строить легче. Но важно понимать, да, что помощь от спонсора в данном случае, она не безусловная, она не бесконечная, она временная. И то, что поначалу с этой помощью может быть легко, но на практике часто бывает такой парадокс, что люди, кто строили структуру без этой помощи, к более высоким рангам выходят быстрее, потому что они знают людей слева и справа. Мы об этом еще поговорим. Давайте рассмотрим еще другие плюсы в этом построении. Так, я это уберу, чтобы это не мешало, и возьму другой цвет, чтобы выделить все плюсы. Первый плюс – помощь партнерам. Давайте «помощь партнерам» напишу я. Второй плюс – спонсорская помощь. Под спонсорской помощью много чего можно понимать, но в данной ситуации мы понимаем именно помощь регистрациям, помощь людьми. Следующий плюс, третий, это то, что ваши партнеры связаны друг с другом. Пишем связь. Почему это плюс? Потому что маркетинг-план построен таким образом, то что когда человек, вот допустим, пятый человек начинает выходить на ранги, он проделал определенную работу, у него уже идет групповой товарооборот, это тем самым толкает всех ваших остальных лидеров, всех ваших остальных людей, которых вы привели в компанию, на то, чтобы они тоже закрывали ранги, потому что в одной ветке у них уже проходит необходимый товарооборот. И таким образом, нижнему человеку всегда немножко сложнее закрывать ранги, но верхним легче. Допустим, четвертому уже гораздо легче закрывать будет мастера продаж. Поэтому, кстати, на заметочку, четвертому человеку очень важно работать с пятым, потому что он находится внизу, и ему сложнее, чем четвертому. Соответственно, выходи на ранги, они могут сообща работать, тогда будет достигаться максимальная эффективность. Тогда третьему человеку здесь уже будет легче гораздо выходить на бриллиантового мастера, потому что слева уже два мастера продаж есть и так далее. И это работает на практике очень замечательно, то что люди снизу выходящие на ранги, они буквально толкают на ранги всех остальных, а те, кто находится наверху, они тянут на ранги тех, кто находится внизу.
И таким образом вся структура, она движется как один организм, и присутствует синергия. Третий плюс – это связь. Здесь очень важно понимать то, что наш маркетинг-план, он уникальный, так как у нас нет активации, нет насильных закупов, то, что регистрация бесплатная. У нас есть такой феномен, как спящие красавицы. Это люди, которые регистрируются в системе, они могут находиться неопределенное количество времени, а начать работать только тогда, когда они созреют. Только тогда, когда сойдутся звезды, только тогда, когда прорастет росток, и у них появится понимание, что, зачем, почему и как. В других же сетевых компаниях обычно бывает наоборот. В обычной сетевой компании с классической человек приходит, и он платит какую-то активацию, он максимально заинтересован в самом начале бывает, но постепенно может потерять интерес. У нас же здесь интерес приходит во время еды. Чем больше мы находимся в системе, тем интереснее нам становится. Мы наблюдаем это много-много раз. Большое количество наших лидеров не сразу включились в процесс. Многие стали интересоваться компанией, бизнесом, в частности, спустя год или несколько месяцев. Поначалу многие приходят на продукт. Можно даже озвучить такую цифру, что около 80% наших лидеров пришли в компанию не за бизнесом, не за деньгами. Они пришли по разным причинам. Кто-то пришел, чтобы что-то купить, кто-то пришел просто, чтобы отвязаться от кого-то, кто надоедал с регистрацией, кто-то пришел просто из любопытства. Были разные причины, почему люди приходят. И разные пути осознания того, что они в этом бизнесе могут преуспеть, то, что они преуспеют в этом бизнесе. Это три основных плюса, почему вот это построение как раз-таки у нас работает. Почему не работает матричное построение, потому что мы здесь заведомо никогда не знаем, кто будет работать. И мы никому здесь не строим вторую ветку. Помимо этого, выгодно и для вас, потому что здесь идет рост. Что касается ваших интересов, вы никому не строите вторую ветку. Если кто-то из партнеров собирается работать, он эту ветку вторую строит сам со своими партнерами. Вот, например, если второй партнер собирается работать, то он свою правую ветку строит вместе со своими партнерами. Он сюда регистрирует людей, и они также могут ему людей регистрировать. Помимо этого, ему нужно балансировать ветку свою левую тоже, если правая уходит далеко вперед, и регистрировать людей сюда тоже. Левую ветку мы строим вместе со спонсором, правую ветку мы строим вместе с партнерами. Ну и левую ветку вместе со спонсором и с партнером, вместе со всеми. Это примерно так выглядит эффективная стратегия построения структуры. Давайте рассмотрим еще несколько здесь случаев и несколько понятий для более эффективной работы. Существует такое заблуждение, что если стать в активную веточку, то жизнь удалась, спонсоры наставят кучу людей и будет все классно. Но на практике это бывает далеко не так. Потому что даже если спонсор активный, даже если выполняются все вот эти три требования, о которых я говорил, то есть он строит структуру также по этой эффективной стратегии построения, вы находитесь в меньшей ветке, спонсор очень активный. Скажем, 10 человек в день регистрируют вам в левую ветку. За 10 дней вы видите то, что у вас тут 100 человек появилось слева. 100 человек это достаточно немало, но и немного. Вот, в вашей левой ветке 100 человек. Вы только на 10-й день начали работать. И вы такие смотрите, слева 100 человек, справа 0. И что-то подсказывает вам, что всех ваших людей нужно в правую ветку ставить. Но это не так. Мы всем рекомендуем, прежде всего, разобраться с эффективной стратегией построения. Разобраться, как это работает. Далее проанализировать свою структуру. Если у вас даже 100 человек слева есть, посмотрите, что это за люди. Потому что вы не знаете этих людей, вы не знаете, зачем они пришли сюда, вы не знаете, зачем они зарегистрировались. И особенно, если все эти 100 человек выстроены в колбасу, это 100 человек, которые пришли к вашему спонсору непонятно и неизвестно зачем. Кто-то, может быть, пришел за продуктом, кто-то, возможно, за бизнесом, что хорошо. А может быть, это просто люди, которые пришли с рекламы, может быть, это просто люди, которые зарегистрировались и ничего делать не будут. Вы их не знаете, и вы их не узнаете до тех пор, пока вам общение с ними и им, и вам не будет взаимовыгодно. Вы не знаете, кто это за люди, и делать какие-то ставки на них было бы опрометчиво. Поэтому моя рекомендация всегда, когда вы начинаете строить структуру, это распределить своих лидеров поровну, 50 на 50. Что значит распределить своих лидеров? Вы прорабатываете список, вы составляете список людей, которых вы примерно думаете зарегистрировать, которых вы хотите зарегистрировать, и вы можете примерно сделать какой-то анализ, кто из этих людей может стать потенциальным лидером. Конечно, предугадать это сложно и может быть невозможно с точностью до 100%, но тем не менее вы можете сделать какие-то такие условные ставки, можно сказать, да, проанализировать людей, кто на что способен, подумать, кому это будет интересно, и любой человек, кому это может быть интересно, может стать вашим
потенциальным лидерам. Распределить их поровну слева и справа, потому что вам для дальнейшего роста необходимо, чтобы и слева, и справа были ваши люди. Таким образом, если вы, допустим, у вас 10 лидеров потенциальных, вы 5 лидеров ставите сюда и 5 лидеров ставите сюда. Дальше, в следующей регистрации, вы делаете, анализируя структуру. Вы смотрите по количеству людей и по товарообороту, который проходит в структуре. Поначалу это два самых главных понятия, по которым вы сможете измерять баланс в ваших ветках. Почему в левую ветку, если у вас активный спонсор, не страшно людей ставить? Потому что, ну давайте возьмем более земные понятия, один человек в неделю. В принципе, это тоже неплохое значение. Если одного человека в неделю регистрирует спонсор, то вам не страшно сюда людей ставить, потому что люди все равно спонсоры будут появляться. И вам нужно будет смотреть и анализировать, где какой проходит товарооборот. Так как здесь у вас есть ваши уже лидеры, вы здесь можете контролировать эту левую веточку, потому что здесь уже есть ваши 5 лидеров, которые будут развиваться. И они также будут анализировать и равнять, балансировать свои левые и правые ветки. И также и влево будут ставить людей, и вправо, и в этом случае у вас все будет хорошо. Это беспроигрышный сценарий, когда вы можете людей так распределить. А теперь представьте, если бы вы 10 ваших лидеров всех зарегистрировали вправо. Вы зарегистрировали 10 лидеров справа, все они здесь у вас. И они все начинают активно работать. Ну пусть даже не все, пусть 50% начинает активно работать, строить структуры, здесь все начинает разрастаться. И эта ветка, в которой вы находитесь у спонсора, перестала быть маленькой, она становится большой. И спонсор перестает сюда регистрировать людей, и получается слева все ваши лидеры, а справа 100 непонятных человек. Тот человек, который непонятно зачем пришли и ничего не делают. И, в принципе, могут ничего и не делать теоретически. И тогда получается, что вы истратили золотой запас вашего списка, зарегистрировали всех лидеров в одну веточку, им там, в принципе, неплохо друг с другом, а слева вам придется начинать все с нуля. Такой сценарий, он реален, с таким сценарием люди сталкиваются, и это то, чего стоит остерегаться, потому что данная ситуация может вас откинуть по достижению к вашей цели на несколько месяцев, может быть, на несколько лет. Поэтому, если вы начинаете активно работать, рекомендация ко всем всегда распределить ваших лидеров поровну, 50 на 50, левую и правую ветку, а дальше уже смотреть по ситуации и балансировать веточки по количеству людей, по товарообороту. Единственный случай, когда можно сделать исключение и когда можно всех людей зарегистрировать во внутреннюю ветку, то есть вправо, это тогда, когда в левой ветке есть ярко выраженные лидеры. Никогда это непонятные люди, зарегистрированные колбаской, а когда вы уже видите, что есть здесь люди, которые активно работают, возможно, люди, которые закрывают ранги уже мастера продаж, возможно, выше. Люди, кто регистрирует, вы видите большие разветвления. И поверьте, найти такого лидера, найти такого ярко выраженного лидера несложно в структуре. Поэтому я и говорю ярко выраженный лидер. Не тот, кто зарегистрировал 10, 20, 50 человек, а действительно вот человек, у которого большая структура уже. Сотни людей, закрытые ранги. В этом случае стоит проанализировать, подумать и проконсультироваться со спонсором, а как вам поступить в данной ситуации. В любом случае никогда не помешает своих людей зарегистрировать в левую ветку. И в левую ветку, и в правую ветку, чтобы у вас и там были ваши лидеры. Есть спонсорская помощь или нету ее? Теперь хочется сказать несколько слов для людей, кто работает без спонсорской помощи. То, что поначалу вам может быть сложнее, чем тем, у кого она есть. Но важно понимать, то, что 90% партнеров в Атоме работают, развивая обе ветки, левую и правую, самостоятельно. Также важно понимать, что если есть помощь, если от спонсора к вам приходят люди, то эта помощь не может быть вечной, она не может быть постоянной. Этой помощи вы рано или поздно лишитесь. И как я говорил, то, что многие люди, кто развивают обе ветки сами, они более быстро достигают высоких рангов, чем те, кто надеется полностью на спонсорскую помощь. Почему? Потому что они знают и левую ветку, и правую ветку. А это очень важно для достижения высоких рангов. Когда у вас очень хорошие, здоровые отношения, можно сказать, такие родные отношения и с левой, и с правой веткой, потому что для достижения высоких рангов вам нужна очень плотная и продуктивная коммуникация. Иначе к цели можно идти очень долго и не впопад. Также стоит отметить то, что люди, которые ищут как раз-таки более легкое положение в структуре, реже всего достигают рангов. Если человек ищет как раз-таки такого спонсора, допустим, человек где-то зарегистрировался, и ему не хочется две ветки тянуть, и он ищет более
хорошую ситуацию. Это может быть его право, но, как показывает практика, именно те люди, кто понимает, что к чему, и идут вперед и не сдаются, добиваются результатов. И таких примеров очень много. А один из таких примеров, которым мы очень гордимся в нашей структуре, это Сашуля. Сашуля, привет. Это человек, который лишился какой-либо спонсорской поддержки изначально, потому что ее человек зарегистрировал и, можно сказать, перестал работать. Но Сашуля не стала сдаваться, она стала тянуть две ветки, и тем самым она стала ключевым партнером для своего вышестоящего спонсора, и теперь, на данный момент, они со спонсором работают вплотную. Здесь задача ваша, если вы оказались в такой ситуации, если вы оказались в ситуации, то, что вы где-то, можно сказать, на отшибе, и остались без спонсорской помощи, подумать, что с этим можно сделать, принять твердое решение и идти к этой цели. Не всегда поиск легкого решения приносит необходимые результаты. И если вы оказались в ситуации, то что к вам приходят партнеры от спонсора, то вы большой счастливчик, потому что меньший процент партнеров в структуре имеют такую поддержку. Вам очень повезло, любите, цените вашего спонсора. А если же этой поддержки нет, не расстраивайтесь, вы оказались в большинстве, у вас все равно все получится, если вы будете идти к цели. Ну что, друзья, это все, что касается второго раздела о бизнесе, азы для новичков, о маркетинг-плане. Я надеюсь, вам было очень полезно. Если остались какие-то вопросы, если я что-то недорассказал, обязательно задавайте их в комментариях, я отвечу на все ваши вопросы. И если по какой-то причине вы до сих пор не подписаны на наш канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и стройте структуру эффективно. Пусть у вас все получится. Всем успехов!